Привет, вы на канале Droid Wall. Нашел время рассмотреть для себя прошивку от Xiaomi, новую версию MIUI 8. Кастомная прошивка для Google Nexus 5, основанная на прошивке Android 6.0 Marshmallow. В принципе, рассматривать долго мы ее не будем, так как она практически полностью повторяет оригинальный MIUI на Xiaomi. Поэтому пробежимся только по тому, как она работает на этом смартфоне и какие минусы здесь имеются. Погнали! В первую очередь, конечно, очень сильно понравился дизайн самой прошивки, очень много различных элементов, чем-то напоминает iOS, довольно много различных тем на любой вкус. Один из плюсов этой прошивки это, конечно же, простота использования. Все фирменные приложения от Xiaomi, конечно же, есть. В общем, кому нравится оболочка этой компании, то эта прошивка для вас. Работает все довольно плавно, никаких существенных багов я и не заметил. С камеры все отлично, магазин приложений работает. Теперь про минусы. Один из минусов то, что Сбербанк видит эту прошивку как опасной и не дает пользоваться всеми функциями их приложения. Но это легко исправить, просто скачав пропатченную версию этого приложения на сайте 4PDA. Или как в народе его называют 4PDA. Также был существенный баг с зависанием. Иногда при установке приложения телефон намертво зависает и помогает только перезагрузка. Но это случается крайне редко, но на заметку взять стоит. Да, больше как таковых минусов я и не заметил. Прошивка более чем достойна к использованию, но я как больше любитель всего официального, после всех моих путешествий по прошивкам вернусь снова на официальный Android 6.0 и заблокировать загрузчик. Так как для Nexus это более-менее идеальная прошивка и прям подходит для нее. Так как в скором времени появится Android Pay, и я хочу его тоже протестить на все 100%. Ну на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Еще увидимся.